вообще я получаю зарплату именно на карточку, да, поэтому я не эксперт в области, но мне кажется, в этой области, но мне кажется, это не сократит черную речку, которая рядом течет, левую, да, скажем так, денежные потоки левой речки, это никак не сократит. Я, конечно, не эксперт, но вот как-то так.